В России проходят акции, приуроченные ко дню памяти жертв политических репрессий. Из-за пандемии крупные мероприятия запрещены, однако общество, мемориал, музеи и мемориальные центры в разных регионах страны призывают возлагать цветы к памятникам и проводить небольшие встречи, в частности, для традиционного чтения имен жертв политического террора. Одним из центров, где собирают и распространяют информацию о репрессиях советского времени, стал Томский музей «Следственная тюрьма НКВД». Мы и говорим, и создаем, сказать, на том, что подобное то, что было в нашей стране, в других, сказать, местах, не повторялось, что ценность человеческой жизни, она является наиболее важной, главной. Не какие-то цели государственные, да, восстановление могущества, страха перед империей или воссоздание империи, а цена человеческой жизни. Мемориал, который российские власти объявили иностранным агентам, собрал более 3 100 000 записей с именами убитых и репрессированных. Историки отмечают, что это не более четверти от общего числа людей, которые по российскому закону 91 года признаны жертвами политических репрессий.